Егор, крупный счет в сегодняшнем матче. Что вообще скажешь по игре? Игра была легкая. И соперники. Ну, матч был легкий, и соперники тоже. Сколько забил? 4. Как забивал, вспомнишь? Да. 3 с подката и 1 с левой. А кто пасы тебе отдавал голевые? Саша и Стас. Ну что, ребята, расскажите, как сегодняшний матч сложился для вас? Для нас хорошо. Мы выиграли 12-1. Нам матч понравился, хороший был, соперники постарались. Очень легкий. Но, как всегда, соперники не сдавались, боролись до конца. И наш вратарь постарался, там тащил. Но пропустил один гол. Ну ничего страшного, в следующий раз он пропустит 0, будет все хорошо. Ну вы очень много забили сегодня, как же так? Обидели ребят из трактора. Нормально. Нормально. Рома забил 1, Маслов 4. 4, и я 3. Для нас это хорошо сложилось. Для нас это очень хорошо. И, ну мы его старались вообще. На славу постарались. Мы хотели выиграть и добились этого. Ну отлично, ребят, с победой вас! Спасибо!